Будем. Все включил. Да. Все, мы снова в эфире. Принесли телефон, Dexp. Просит его перепрошить. А что-то он у него глючить стал. Тормозить, подвисать. Попросили перепрошить. Так, мы воспользуемся. Че, какой, как эта программка называется? Так, вот это у нас QFEL, короче. Q-файл какой-то. Да, QFIL. Вот так вот логотип этой программы выглядит. Мы уже заранее скачали прошивку. Где мы скачали? Так, 4PDA. На 4PDA мы скачали прошивку заранее. Она у нас установлена. Короче, не установлена, а скачана на данный момент на ноутбуке. Угу. Что хочешь показать? Так, делаем следующее, ребят. Его надо сначала в режим boot ввести. Что делаем? Это берем... hard reset? Нет, режим boot. Зажимаем две кнопки качели. Прибавить, убавить в раз. А, в раз. Да, и нажимаем включить. А-а, не получилось. А что за режим boot? А он специально открывает этот флеш для того, чтобы можно было залить прошивку. Вот. Все. Потух, и он так будет до самого талого. Так что отпускайте кнопки. Угу. Перевели в режим boot. Да. Втыкаем. Так, что у нас? Вот он определился. Комп 4, короче, ребята. Так, теперь панорама экрана. Смотри, вот, за мышкой нажимаем браузер, у нас уже вот они, файлы, вот это мы уже скачали. Файлы прошивки есть, верхний берем, так, лайтовская нам не нужна, потом здесь мы выбираем. Так, а мы вверху что выбрали? Прошивку, да? Да, прошивку. А здесь что выбирали? Здесь этот выбираем, какого? Как же они файлы эти называют, сейчас тебе скажу. Тип. XML. И что это файл такое? Да это наподобие ключа, скажем так. Ну, чтобы бут открылся. Здесь выбираем patch 0. Все у нас здесь загорел, что можно down нажать. Нажимаем down, ждем, короче. Вот здесь должен быть статус. Да. Ну и все, сейчас идет процесс, да? Да, он сейчас не особо долго. Особо долго вот этот будет загружаться. То есть мы его включим. Ну, он включится, и все, будем ждать, пока он, короче, загорится. Ну, все, сейчас я отключаюсь тогда, получается, и включусь, когда все будет завершено. Мы же больше ничего не будем нажимать. Mm-hmm. Нет, вообще ничего. Просто ждем, ну, да, ну, сейчас? Все, мы переходим в режим ожидания, грубо говоря. Вернемся с вами на связь, когда все будет завершено. Mm-hmm. Так, ребят, у нас вот на компьютере процесс завершен. Говори. Так, ну и все, у нас сейчас вот показывает. Теперь прошивка устанавливается, как я понял, на основном телефоне, да? Не, она уже просто загружается, то есть он после того, как включится, можно уже это пользоваться. Мы его отключаем, потому что все уже нам не нужно. Просто ждем пока. Да, чтобы он включился и все, больше ничего там все, не надо. Как дождемся, мы к вам снова вернемся. Да, готов. Короче, вот, ребята, все. Робит. Думали, что что-то будет, с этим все равно. Не надо. Еще не надо. У них есть какой-нибудь сайт, где вы указаны? Да, да. Не только я эти люди пока особо так. А дублисионеры поверили? Ну, дублисти мы за счет них там, ну, какую-то информацию дешевле получать. Ну, у нас не в этом смысле. У нас есть большой поставщик товаров, здесь на себе.